Алло, у меня Да. что-то с интернетом случилось, не знаю, перестал работать. Ужас. Серьезно? Пипец. Ой, блин, капец. Ужас. Так, сейчас. Что ты сейчас Серьезно, делаешь? пипец, да. А? Что ты говоришь? Это прайс не могу доделать по работе. Что ты говорила? Я не услышал. Ничего? Так что ты сейчас делаешь? С ноутбука? Так что тебе фотку скинуть, да? Не хочешь? Точно не хочешь? Ну смотри сама, я не знаю. Я там ничего такого бы и не скинул. Я понял тебя. В смысле? А что мне сказать? В смысле, надеюсь, она не догадается. Не понял. В смысле? Ну, можешь прислать, только у меня интернета нет. Отключили, я не знаю. Могу сфоткать тебе экран компьютера. Кого? В смысле IP-адрес? А зачем тебе IP-адрес? Пущу трассу к тебе. Что-что? Посмотрю, где у тебя прерывается, на каком соединении пакеты пропадают. Ну, у меня действительно не работает интернет. То есть это ты меня дудосишь или что? Занимаюсь. Хотя это так, и это действительно интересно. Да? Их предотвращение и тому подобное. Так как А ты мог? особенно много кто не понимает, что это такое. Ну, я понимаю, что это такое. Да? Ну, так как кто мне пустил DDoS-атаку? Какие? А, ну сначала надо проверить, не сбились ли настройки, если они не автоматические. Да нет, настройки не сбивались, это точно. А потом нужно посмотреть, проверить, пропинговать DNS, допустим, там. А откуда ты знаешь столько всего про интернет? Но я даже пропинговать себя не могу. Алло. Алло. Я тебя не слышу. Ебать. Алло. Да, ну. Если не работает, тогда уже делать выводы о своем сетевом оборудовании. Ну что, у тебя там стоит роутер? Да нет, у меня шнур стоит. Ну, тогда, значит, что-то в провайдере. А вообще можно звонить провайдеру и спросить. Или, ну, что с интернетом, они тебе скажут. Проблема на твоей стороне или проблема у них? Ну, я думаю, это провайдер, скорее всего. Так откуда ты Ну, такой может быть, скорее информацией всего, у них. владеешь? М? Не
меня было то ли электроэнергия, то ли еще что-то. Ну, по крайней мере, если это хороший провайдер, техподдержка сразу же скажет, успокоит вас, у вас скоро будет интернет. Ну да, только техподдержка трубку не берет. Ну, тогда это печальный провайдер, надо от него отключаться. Не спорю, да, не спорю. Странно. Откуда ты столько всего знаешь? Трассы, вот это все. Ну, потому что я же не просто учусь. Я хочу, я, когда я говорила, что я хочу чем-то заниматься, я никогда не буду так, что вот как девушки там все. Тебя должны, ну, типа, вот считают, все, меня должен обеспечивать муж и тому подобное. Мне никогда не было это интересно. Угу. Да. Мне всегда было интересно, ну, в частности, мне всегда были интересны компьютеры. Угу. Так почему у меня нет интернета, ты мне можешь сказать? Если у тебя просто заходит кабель, угу, тебе надо попробовать вообще пропинговал вот хоть какой-то адрес. Да я вообще никакого адреса не могу пропинговать. Скрин. 192, 168, 1, 1. Посмотрим, да я вообще, у меня нет интернета. Я ни хрена не могу пропинговать. А после чего у тебя нет интернета? В смысле, после чего? После разговора с тобой. Серьезно? Да. То ты меня додосишь? Нет, да, у меня нет доступа к серверам. По крайней мере, я этим не пользуюсь. Что-что? Я этим не пользуюсь. Не пользуешься этим? Нет, ну потому что это, во-первых, противозаконно. Угу. Да. Я понял. Так что, да. Так что я этим, если бы я могла это организовать, этого не делать. Как-то мало верится, кто меня мог задудосить, как не ты. Исходя из твоих слов в начале разговора. Задудосить можно каждого вообще-то. Это довольно-таки не сразу. Это тип, это тип. Во-первых, по разным протоколам, по TCP/IP, но это редко кто это делает, хотя есть. Чаще всего просто делают по UDP протоколам. Угу. Да. Ну, это не очень не мощный DDoS, потому что у меня до сих пор нет интернета. Это нереально мощный DDoS. Что? Смотри, а чего ты взял, вот что ты сделал людям такого, что тебя DDoS? Хейтеры. Хейтеры? Угу. Мне их очень много. Привет. Что? А почему у тебя хейтеры есть? Ну, потому что я очень популярная личность, наверное. Серьезно? Что серьезно? А ну подожди, а почему у тебя... 563 друзей. Ну? Я тебе уже говорила, мало кого в друзья добавляю. Что? Мало кого в друзья добавляю. Что-что? Не, ну, может быть, и да. А что такое? Ну, как бы, я просто, я не могу понять, кто такие хейтеры, а кто такой ты. А кто такой я? Ну, вот ты говоришь, ты очень известная личность, ну, допустим, я тебя, ну, не знаю, сколько известная, чтобы я тебя знала. Ну, возможно, ты мало интернетом пользуешься. Точнее, я мало смотрю всякие DDoS. Почему, при чем тут DDoS-ы? Ну, а... По-другому, может, ну, ты блогер какой-то, я не знаю. А откуда информация, что я видеоблогер?
я мало пользуюсь интернетом. Естественно, можно вывести цветы и заниматься какими-то видосами, потому что чаще всего только из-за этого люди знают. Ну, то есть из-за фигуры довольно много, ну, много парней. Допустим, я знаю людей, знаешь, которые парни стрит-воркаут, они победили на Украине Мои Таланты. Я знаю эту команду, не всех я знаю там, допустим, но у меня маняшка моя, она знает там всех. Практически, потому что она сама занимается воркаутом. И все равно они не будут, то есть они про себя не скажут, что они известны. Хотя их довольно очень много кто знает. Ну, подписчики ВКонтакте с бухты-барахты не берутся и так далее. Ну и не только ВКонтакте. Подписчики. Да. Это дело такое. Так, а что ты у меня хотела в начале разговора спросить? Допустим, твои хейтеры, я так поняла, мне уже бросают какую-то информацию и тому подобное. Я это сразу понял, конечно. А начали они это делать после того, как на меня пошел DDoS, да? А я не знаю, то есть если тебе... Понимаешь, я вообще не могу понять, что происходит. Но я, кстати, мне кинули в твою группу, это твоя группа, правильно? Да. У меня на тебя подписан мой друг. В смысле? Прямом. Мой друг подписан на тебя. А ты говоришь, что не знаешь. Земля маленькая. Не, собственно, Киев очень маленький. Знаешь почему? Потому что вот недавно. Кстати, мы познакомились в ВКонтакте. Но, в общем... Кстати, он должен тебя отписываться на стене. Что-что? Мой друг у тебя отписывается на стене. Где? В ВКонтакте. А-а-а. Но только не на стене группы. Да. А друг тебе написал эту информацию или кто? А, я так понимаю, друг... А я не знаю, друг, я с ним сегодня переписывалась, он... Ну, в общем... Ну, ты уже поняла, что тебя разыграли, правильно? Правильно, конечно, я прямой транслятор, вот, разных онлайн-игр. Основная у меня там, ты вряд ли её знаешь. Но ты слит мурал, правильно? Что-что? Но основная задача — веселить народ. Да, я просто веселю людей и все. Вот. Я не знаю, кто начал кидать твою ссылку ВКонтакте в чате. К чату я вообще никак не отношусь. Мне просто кинули твой номер телефона и ссылку. Все. Вот. А какая игра? Lineage 2. Блин, ну я без понятия, кто из моих друзей гуляет, но играет с ней. А ты ее знаешь? Нет. Но меня смотрят не только из-за игры. Меня смотрят из-за того, что я... Я, наверное... Ты рассказываешь, пообщаешься с девушкой. Я много чего делаю. Это дело такое. Ну, да, понятно. Что-что? Я поняла, но блогер тоже много чего делает, чтобы быть популярным. Ну, из этой площадки, на которой стримлю я, да, именно эту игру, все скучные. Я раньше был таким же зрителем, как и все. Увидел, что все скучные, некого смотреть. Мне скучно, надо заняться этим самому, потому что как-то это совсем неправильно. Решил заниматься этим сам, и вот так вот оно пошло уже полтора года. Набрал, так скажем, популярности понемножку. А если бы я стримил еще больше игр, ну, это называется стриминг, вот, то, соответственно... Ну, прийти, если мой друг отписал 23 минуты назад, но он начал... Ну, блин, ну, это... Он просто не играет в Ну, если он на меня подписан, значит, он смотрит меня. Вот. Но кто твой номер скинул, я не знаю, потому что это было в чате. Ну, это может быть много кто. Вот. И когда ты сказала, что ты девственница, я очень сильно удивился. Серьезно? Правда. Даже вначале не поверил.
Но я, вот насчет, как бы, несмотря на все это, я настолько безбашна, я просто, ну, вот, по телефону, как бы, я не знакомилась. Но вот, так, вживую, с людьми могла легко познакомиться, допустим, какими-то парнями, но, ну, то ли не везучая, знаешь, что некоторые девушки что-то там боятся, там еще что-то. Ну, что такое, не знаю. Как это сделать? Но, на самом деле, если кто-то играет мой номер, ну, не знаю, много кто мог скинуть, ну, как много кто. Допустим, у меня много есть людей, которых, парней, которые, допустим, я там что-то, может, не нравлюсь там или еще чем-то. Ну, это интересно, то, что мой друг на тебя подписан, но тебе нравится. На меня много кто подписан. У меня очень часто каналы банят. Очень часто, потому что у меня контент стрима не только игровой, но, так скажем, реальный, причем неадекватно реальный. Вот. Ну, то есть я играю некую роль актера у себя на трансляциях, дабы, так скажем, делать улыбки зрителей шире. Что-что? Да. Да, да, я тебе спалил свою настоящую страничку ВКонтакте. И ты добавилась вот ко мне. И сейчас вот я с тобой разговариваю. Я же просто думала, блин, реально сделать селфи, потому что я серьезно узнала этот зал, но не могла это не узнать. Ну вот. Не, ну скажу так, охарактеризовала ты себя очень хорошо. Очень, поверь. Ты держалась 1.5 часа, причем продержалась. Молодец. Мне, кстати, из каких, один из твоих каких-то, то ли хейтеров, а может и не хейтеров, просто, типа, предупредить, типа, меня, что, типа, мне разыгрывать, типа, добавился, даже пустел. О, дурак, наверное, влюбился в тебя и решил меня спалить. Представляешь, он хотел испортить все. Вот это ужас. Да, вообще. Капец. Слава богу, у тебя не было рядом с ноутбуком. А если бы, получается, если бы я была рядом с ноутбуком, я бы раньше поняла. Ну да, ты бы раньше это поняла. Я поняла, что, типа, это, в принципе, какой-то прикол, потому что мало кто так... Не, мне, кстати, знакомились когда-то. Ну, то есть, реально, меня видели в контакте. У нас были общие друзья, нашли, ну, то есть, мой номер скинула эта подруга. То есть, он у нее выпросил, и после этого уже позвонил. Тоже общалась 1.5 часа, я долго не могла понять вообще, кто он. Но я сразу, то есть, если твой голос почему-то я спутала сегодня, вот реально спутала, то я никогда остальные голоса практически, ну, очень тяжело. А у меня, правда, приятный голос? Ну, тебя просто очень похож на одного моего знакомого. Значит, он неприятный, да? Нет, ну при чем здесь это? Почему у него неприятный? Просто он давно уже думает... Ну, я говорю о себе, а не о друге, правильно? Я же сейчас спрашиваю о себе. Нет, у тебя приятный голос. Я только не говорила там, знаешь, ну, это да, если не прикалываться. Нет, кстати, я на самом деле занимаюсь техподдержкой серверов. Да. И я поэтому в этом деле... Так это точно не ты меня задодосила? Да нет, не я. Ну, хрен знает. Другой, ну, DDoS очень любит. Сильный в этот раз. Или да. Просто что-то у провайдера там тупки начались. Ну, обычно он за 5-10 минут пропускает. Печаль, печаль в Белой Церкви с провайдерами, это такое. Вечно. Это не самое главное, что ты их написал, типа, а мне тоже что-то... Что-что? Блять. Ёб твою мать. О, ясно. Сука, раздудось ты меня. Ваш выклик переадресовывается на автолитуре. Телефончик выключился. Блять, ёбаный провайдер. Или это провайдер, блять? Или, блять, меня задудосили. Сука.
Я больше не буду для вас стримить. Вы меня дудосите. Ёб твою мать. Охуеть, просто можно. Пиздец. Что теперь делать? Ваш выклик переадресовывается. Телефончик сел. Чешу. Блядь, пиздец. Я пошу мать, ну вы дебилы, блядь, кто меня задудосил. Я просто в шоке, блядь. Я просто с вас в шоке. Вы такой рофл оборвали, просто пиздец. Просто оборвали топ рофл. Не хотите больше пранков? Хорошо, пранков больше не будет. Делайте их сами.